небольшая экскурсия по Млечному пути. Это вот ресторан «Заимка охотника». Тут достаточно хорошо. Территория напоминает территорию вотчины Деда Мороза, но более облагорожена. Сейчас спущусь вниз, покажу. Тут есть выход на реку Обь. Вот корпус гостиницы. Тут номер у нас был «Конь». Пока в ресторане готовится еда. Неплохо все устроено. Композиция скульптурная. Здесь у них часто очень корпоративы проходят. Так. Нравится это. Дома, гостиницы. Здесь живут постояльцы. Так, вот у нас Обь. Такая там, да, достаточно высокий берег. Спускаться туда долго не буду. Вот мост, к которому мы передвигаемся. Так. Там тоже, наверное, домики можно жить. Лестница вниз. Можно на рыбалку. Ну ладно. Времени мало. Хорошо все сделано. Иду в ресторан. Это бутафория.
сторон. Зелень проходит. Ладно. Да. Все тогда. Здесь бензин 44 рубля 30, сейчас скажу, там 30 с чем-то копеек или 40 копеек, не 30 с чем-то, короче. А в Вологде на 4 рубля дороже, больше чем на 4. Вот так вот.
заказывал вещи в Альберисе. Едет. Все в срок. Надеюсь. Трансип. Пересекаем снова. Если бы ехали на поезде, то проезжали бы здесь.
середина мая.
счету в Новосибирске было 19 там, ну, с небольшим часов. Сейчас вот 18.06. Ну, часть нагнали. И час один убавился.
затягивает все сильнее и сильнее. Светлый заехать вот сейчас такими кривулями.